К другим темам. Творчество является одним из лучших видов реабилитации людей с ограниченными возможностями. В эти выходные в выставочном зале строительного рынка Якутское городское общество инвалидов организовало ярмарку собственных изделий. Посетителям был представлен широкий ассортимент полиграфической, столярной, швейной и сувенирной продукции. Каждая работа имеет серьезную художественную ценность. Искусность умельцев удивила гостей выставки. На сегодняшний день в учебно-производственном комплексе трудятся инвалиды по зрению, слуху и речи, а также по общим заболеваниям. Наше предприятие, вот уже 21 год работаем на рынке легкой промышленности. Мы являемся по статусу некоммерческим общественным организациям. Трудности – это в основном вот получение заказов, там льготы нет по преференции основных, по налогам, по коммунальным услугам. Вот я считаю, что таким, как мы организациям, да, надо должна быть целенаправленная государственная поддержка. По коммунальным услугам льготы существенные, по льготу по получению госзаказам, госзакупкам и льготное кредитование.